Разработчики возобновили испытания военно-транспортного самолета Ил-112В. На аэродроме в Воронеже проверили режимы силовой установки, управляемость самолета и работу его основных систем. Видео опубликовали на официальном сайте Ростеха. Полет продолжался полчаса и, по словам командира экипажа, прошел успешно. Это уже вторые испытания Ил-112В. Напомню, он встал на крыло еще в марте 2019 года. После первых тестов в воздухе были доработаны все системы самолета. Он стал легче. Ил-112В спроектирован по передовым цифровым технологиям и оснащен продвинутой отечественной авионикой. Агрегаты и комплектующие для легкого транспортника изготавливают на Ульяновском авиазаводе. Самолет сможет перевозить до 5 тонн груза и будет предназначен для транспортировки военной техники, вооружения и солдат.